тихий живописный городок. Пахнет, будто в библиотеке открыли секонд-хенд. С особенной атмосферой. Спасибо, что пришли. Ее нет уже 3 часа, не знаю, что делать. Это не так кажется, как плохо. Этот отпуск надолго запомнится. В каждой серии новые гости. Не знаю, я против многобрачия или просто еще не встретила того самого. И ту самую, и еще одну. С новыми секретами. Наш сын не женится на атеистке. Ты только посмотри на ее соски. Я образно, Джефф, не смотри. Да, прости. Не забудьте оставить отзыв. Она коп, а я заключенный. О боже, ты меня завел. Дверь с улицы заперта, но черный ход всегда открыт.